Оператор ЧПУ – это специалист, управляющий станком от момента запуска до завершения изготовления детали. Его ответственность включает контроль за нормальным течением технологического процесса. Оператор управляет различными станками ЧПУ, такие как токарные, фрезерные, сверлильные, расточные, плазменные, лазерные, портального типа. Труд иногда монотонный, но требует ответственного подхода и внимательности. Как вообще работает станок ЧПУ? Заготовку устанавливают внутрь закрытой рабочей зоны, либо на стол в случае станков плазменных, лазерных, портальных и других. Производят программное позиционирование инструмента. Затем с пульта управления либо контроллера ЧПУ запускают управляющую программу, и станок начинает обработку детали по заданным алгоритмам. Без контроля оператора здесь никак не обойтись. Задача оператора включает в себя разместить заготовку в рабочей зоне, установить патрон, специальные оснастки, зафиксировать на рабочем столе. Ввод команд на пульте управления, подгрузка программ обработки, необходимых для изготовления заданной детали. При необходимости настройка отдельных узлов и соединений оборудования. Мониторинг работы оборудования и нормального течения технологического процесса. Контроль исправности станка для обеспечения бесперебойной работы, оперативная реакция на сигналы системы ЧПУ в процессе обработки, если таковые, естественно, возникают, возникающую нагрузку на инструмент или заготовку. В ходе выполнения операции контроль качества изготовленных деталей, что является самым главным, соблюдение требуемых размеров, параметров и стандартов. Опытный оператор может одновременно управлять несколькими станками ЧПУ, что является достаточно частым явлением, особенно в конвейерных системах производства.